Всем привет! Хоть я и новичок, но я уже знаю, что каждый корреспондент должен называть что-то новым и рассказывать об этом телезрителям. Из-за этого мы сейчас находимся в новом мультимедийном парке «Россия. Моя история». Поехали! ...8826 квадратных метров чистой истории. Ну-ка посмотрим, что здесь находится. Исторический парк совершенно нового формата распахнул свои двери в конце октября. Ребята, от обилия современных технологий просто сносит крышу. Каждый экспонат — это интерактивная доска, которая двигается и меняется. Тач-панели, которыми можно управлять с помощью касания рук и многое другое. Вот что действительно значит — прикоснуться к истории. Ну, тут очень красиво, и можно многое трогать, и все так хорошо нарисовано. Я очень рада, что На этих почти 9000 квадратных метрах хранится вся история, начиная от династии Рюриковичей до современных дней. Кажется, зала нет конца. На любом экспонате можно задержаться по несколько минут. Хочется вчитываться и запоминать тонну новой информации. Казалось бы, что еще может удивить? И тут я заехал в планетарий. Видимо, здесь я останусь надолго. А наш музей открылся для ребят. Он не вещь себе, он существует для того, чтобы ребята учились хорошо, оценки получали отличные благодаря тому, что узнавали историю нашей Родины. И, конечно же, также наш музей существует для того, чтобы ребята вырастали патриотами и любили нашу страну. Ребята, я вас порадую. Исторический парк подписал совместный приказ с Министерством образования, по которому будут абсолютно бесплатно обеспечиваться курсы лекций для школьников и студентов. Кому не понравится такой метод просвещения? Представляете, и это еще не все. Здесь скоро откроется экспозиция, посвященная истории Якутии. На этом мой сюжет закончен. Всем пока.